Всем привет! Вот выдвинулись мы на рыбалочку, на белую. В общем, первый раз. Даже не знаю, как дно найти. Какая мормышка тут нужна, даже не знаю. Сейчас научим, все покажем. Будет рыба. Ну, надеюсь, что да, покажете, научите рыбачить. Паша у нас специалист в этой области, надо у него проконсультироваться. Да, спросим. И как говорится, новичка всегда везет. Идрис, покажи трофей. Вот первый раз выехал как бы на реку. На течение ловить не умею. Товарищи как подсказали, показали, объяснили. Ну, как бы, сами видите результат. Довольно-таки интересное занятие. Ну что ж, я тебя поздравляю с трофейчиком. Спасибо. Давай, не хвоста тебе. Сейчас будем продолжать искать. Второй раз собираюсь на белую проводку рыбачить. А пока по белке я еще не видел, но все еще впереди. Первый раз мне тоже хорошо, в принципе, повезло. Укс сапешек я поймал по 300 грамм. Ну, надеемся, на сегодня тоже покрупнее экземпляра буду. Вот, выехали на белую, пытаемся ничего не поймать. Получается хорошо. Монтаж новый, снасти поводок делает из такой вот мормышечки, отдельный поводочек. Внизу будет у меня вот такая вот мормышечка. Спасибо Динару за подарок. Сегодня в количестве 5 человек мы прибыли на реку Белую, район 6-го карьера. С нами друзья из Благовещенска, это Алексей, Марсель. И нас трое уфимских, я, Идрис и Паша. Вот такой у нас сегодня коллективный выезд в рыбалку. Приятно было снова увидеть благовещенских ребят. Вот у Паши еще один. Слушай, так это подлечка, нет, сапа. Сапа? У тебя 3, у меня 3. Всех. Надо благовещенские сделать это. Приехали сюда. Через 5 минут уже я ушел от нуля. Так что не угадаешь, как нужно рыбачить, или с поводком, или просто на обычную мормышечку, учежеленную. У Паши, оказывается, сегодня днюха, а мы и не знали. А как? Днем рождения, надо поздравить. Поздравляйте, там, восхваляйте, чего уж ты не причем. Так за уши надо. Надо натереть, надо, айда. Ну, Паша, желаем тебе здоровья, самое главное. Трофейной рыбалки. Чтобы русалку поймать, и жена не узнала ее. Дай бог тебе здоровья, удачи. Портовый, чтобы ты был всегда на рыбалке. Спасибо. Самое главное, здоровье. Мы не знали, что у тебя день рождения, но тебя ребята с группы рыбак башки сдали. Айда, немножко уши потрем. Ванюшке, чтобы... Снимать, давай. Снимать. Давай, трем. Сколько раз? Ой, сколько раз надо? Сколько, черт его знает. За полтинник точно надо. Ну, тогда там точно отвлекаем. Там руки устанут.
Вот закончилась у нас сегодня рыбалка очередная. Такой мини-сборчик от рыбака Башкирии. Дальше, ребята, собирайтесь тоже. Всегда будем вас звать. С собой дороги не стесняйтесь. Транспорт у нас нормальный. Если что, на хвост можно всегда Башки вот сесть. Заедет даже в любое это место. Любую жопу. Да, на такой машине, конечно. В ближайший выезд, наверное, уже увидимся в Шариповке. Ну да, 19 числа увидимся в соревнованиях в Шариповке. Дальше, ребята, давайте все планируйте на 19-е, чтобы было народу прилично собрать такое же количество, как мы собрали на просто в горе в той же Шариповке, и провести нормальное время. Знаем, кто будет общаться, да, пообщаться, кого-то еще не видели. По тонне рыбы поймать. Вот там окай-окай. Ладно, что, буду рад был снова видеть. Счастливо. Давай, счастливо, удачи. Давай, счастливо. Поехали. Привет, привет, Благовещенскую. По Благовещенских мы сегодня сделали, да, Паш? Запросто. Победили? Ну, фиг-фиш. Ну да. Лидер. Лидер сегодня.